Приветствую всех! Зовут меня Лариса Косарева, мне 57 лет, проживаю я в городе Оренбург, это Южный Урал, и сегодня я хочу поделиться тем, как я зашла в проект Whole World, проект «Всем миром», и почему я это сделала. О проекте я узнала, наверное, года 4 назад, когда только начала заниматься поиском заработка в интернете. И попадалась мне постоянно где-то рекламка, где-то с видеоотзывами. Но тогда я только начинала, и, естественно, у меня и средств не было таких, чтобы оказать финансовую помощь. И вот прошло уже время, и в этом, даже где-то год назад я зарегистрировалась. Но как-то остался этот проект у меня вне поля моего внимания. Но вот в этом году я все-таки осознанно уже решила зайти в проект. Я и зашла в него. Чем привлек меня этот проект? Во-первых, тем, что он уже работает практически 8 лет. Вот в ноябре исполнится 8 лет проекту. И я к этому времени уже поняла, знаю, в какие проекты можно входить, в какие не следует входить. И все-таки этот срок дает гарантию того, что проект не закроется, что он будет работать дальше. Так как на данный момент здесь участников уже более миллиона. Еще меня привлек этот проект тем, что здесь оказываем мы финансовую помощь в благотворительный фонд помощи детям, больным детям. Я и раньше как бы оказывала такую помощь, просто с мобильного телефона отправляя. Мне всегда жалко этих больных деток, и что у нас государство как бы не может помочь. И все время собирают люди деньги. Ну, отсылая сама просто, я не знала, насколько я смогу помочь. А теперь в проекте я знаю, что сбор денег идет. Здесь есть сайт фонда, где куда можно зайти и посмотреть. И я даже зашла сегодня, увидела там свою фамилию, что да, действительно, с меня списались деньги именно в фонд помощи детям. И думаю, что какому-то ребенку я помогла. Может быть, помогла просто, а может быть, помогла и спасла ему жизнь. И как-то становится теплее на душе. Поэтому я здесь. Но кроме того, что можно оказать и помощь больным деткам, здесь еще можно и заработать. Вот сейчас идет акция к 8-летию проекта, когда вы можете оказать финансовую помощь и в марафоне, и в эстафете. И если вы оказываете помощь и там, то вам в подарок дается услуга «Бизнес-автомат». И я ее получила. И представляете, буквально вот за эти 14 дней ко мне пришли по этой услуге 5 участников в мою структуру. И думаю, их будет больше. И надеюсь на то, что я начну получать и здесь деньги. Я, кстати, уже зарабатываю в интернете, и это мой, ну, не первый проект, в котором я участвую. Но здесь еще меня вот подогревает то, что все-таки здесь я оказываю благотворительную помощь. Поэтому и сейчас, да, сейчас еще идет на услугу «Бизнес-автомат» еще акция. Если вы не подключитесь и к эстафете, и к марафону, а к какому-то одному из этих благотворительных линий, направлений, то до конца сентября действует акция. 10% бонуса дается вам при активации вашего кабинета, дается вам бонус на подключение услуги «Бизнес-автомат» в размере 10
долларов. Я думаю, что это тоже как бы хороший бонус. Вы можете подключить такую услугу, и к вам будут приходить партнеры, даже если вы их не приглашали. Я желаю, чтобы проект развивался дальше, и чтобы оказывалась помощь больным деткам, и чтобы зарабатывали мы. Кстати, больным детям уже вот фонд помощи больным деткам ушло уже тоже более миллиона долларов. Поэтому я думаю, что проект будет работать дальше, и чтобы он развивался, естественно, нужны новые участники. И я думаю, что мы все будем приглашать этих новых участников, делиться нашим опытом. И желаю всем больших успехов в этом деле и больших заработков. Всего наилучшего. С вами была Лариса Косарева. До свидания.